Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Сегодня видео о покупочках, я буду очень быстрой, информативной и так далее. Вот такие замечательные кроксы. Перерыв огромную вообще кучу в Абсолюте. Я купила всего за 250 рублей. Все знают, что у меня есть собачка, что мне с ней приходится гулять, особенно в теплое время года и помногу. И мне нужна была обувь, потому что я ходила в кедиках от H&M, но они мне не нравятся, и мне пришлось с ними расстаться, хотя достаточно они ноские, но что я испытывала в плане дискомфорта, у меня начинали болеть ноги, у меня начинало тянуть ноги после кедиков из H&M. Вот, которые я, кстати, купила в Москве, да, подделки не может быть и речи, в Москве в официальном их бутике, а именно на Сходнинской, а именно в Калейдоскопе. Значит, итак, кроксики 250 рублей, Абсолют. Абсолют — это новый магазин, в котором якобы все намного дешевле, там была, ничего там не дешевле, но если походить, и если поприцениваться, если у вас есть время, то, конечно, пожалуйста, из того, что там было, я положила глаз на сковородки. Сковородочки достаточно по приличной цене. Вот. А сейчас я вам покажу еще кое-что из того, что я приобрела в Абсолюте. I see you tap your feet, you're on the city beat, you're really looking slick, I think your shoes are sick. Вот такие лосьон тоник и средства для удаления макияжа с глаз. Вот такое оно красивое. Видите, да, я беру уже второе. Оно очень эффективное, оно очень хорошо, значит, работает таким образом. Наносите на ваточку, прикладываете ватный диск к глазику и все, считаете до 5, не очень быстро, и все у вас отходит. То, что не отошло, аккуратно протираете еще раз. Тоники, к сожалению, от Фикса мне порядочком надоели, я решила попробовать в данный момент Гарниер, и мне очень нравится. Поехали дальше. Что еще из покупок за последнее время? Вот такие туалетные воды. Такая вот туалетная водичка по бюджетной цене. Вот эта коробочка от этой, а это вот коробочка от другой. Значит, туалетная водичка, которая справа, она очень похожа по композиции на то, о чем я вам говорила, это Амариш. Но она более интенсивная и резкая. Это лишний раз подтверждает то, что композиции все продает Грасс, а в разных брендах, в разной концентрации и в разной сложности, но в среднем они выглядят, и вернее, сори, в среднем они звучат практически одинаково. Вот именно, правый — это дубль вот этого парфюма. Сейчас я покажу. Блин. Но он более концентрированный. Вот. Что касается парфюма слева, это цитрусовая, красивая, легкая композиция, которая подойдет на весну. В среднем вот эти парфюмы со значком Т, Ти, они по ценнику что-то в районе 200 рублей. На рынке ДСК, парфюмерный отдел, где торгует мужчина. Передаю ему огромный привет. А вот Barocco Imagine я купила в сторону китайских рядов. Вот этот большой бутик с парфюмерией. Вот, мальчики и девочки, рекомендую обратить внимание. Кстати, скоро я буду рассказывать, где в Ангарске можно приобрести какую парфюмерию, по каким ценам и вообще что рекомендовать, мимо чего пробегать. Пробегать, естественно, мимо отделов, которые покупают парфюмы в фикс-прайсе. А об этом вы будете знать, если будете смотреть мои видео. Так они берут там их по 40-50 рублей и выставляют своих за 150 где-то примерно так. Ну что, поехали дальше по покупочкам. One, two, three,
два парфюма от Новой Зари. Это Мистерия, Мистери, Тайна и Злата Скифов. Злата Скифов, они совершенно в одинаковых таких вот флакончиках. Я уже достала, и такой аромат пошел вообще волшебный. Вот, что я могу вам рекомендовать или не рекомендовать? Это очень интенсивные парфюмы, очень стойкие. Стоимость каждого примерно 270 рублей, но это в концентрации парфюм. На одежде, мехи, трикотажи это будет держаться очень-очень долго, пятен не оставляет. Ну как не оставляет? То есть если вы впритык с 5 мм попробуете нанести, может быть тогда и оставит. Концентрация просто бешеная. Сейчас я вам расскажу про Злата Скифов. Когда мне было лет 18, и рядом с магазином «Центральный», это потом он стал «Центральным», а раньше он назывался, по-моему, «Одежда и обувь», был такой вот в угловом вот этом домике рядом слева, был магазин, где торговали парфюмерией. Мне было лет 18, я тогда услышала первый раз Злата Скифов, и она мне очень понравилась. Просто мне тогда, да и сейчас, пахнет такой изысканной сладостью. И я сказала: «Мама, боже мой, я хочу эти духи!» Она сказала: «Ты что, с ума сошла? Это для взрослых женщин». Ну, видимо, я себя почувствовала взрослой женщиной. И решила их приобрести. Классные духи на зиму, на прохладу, просто супер. Вот говорят, волшебно раскроется мистерия, легендарные бирюзовые веники в ней. Я слышу. Да, и их будет слышно в жаре и на жаркой влажной коже. Но они даже и в жаре, и в нежаре, и на влажной, и на сухой, холодной, они все равно красиво звучат, эта мистерия. Вот, поехали дальше. По покупочкам, девочки и мальчики. I see you tap your feet, you're on the city beat. You're really looking slick, I think your shoes are sick. Время пилинговаться. Вот сейчас, в данный момент у нас уже на улице практически весна, с крыш бежит, но солнце не такое активное. Это самое время для пилингов. Эти пилинги я купила в магазине Next рядом с площадью Ленина в Ангарске по какой-то сходной цене, в ориентир там 200-300 рублей. Такой маски хватает надолго. И именно сейчас нужно применять нечто подобное. Вот. Если вам интересно, зачем, для чего и как, сейчас просто повальное увлечение блогеров именно этими масками. Уже все уважающие себя блогеры показали, как ее можно оторвать от лица. Я тоже, кстати, показывала в Инстаграме, ссылочка на мой Инстаграм будет внизу. Ну а мы поехали дальше. Обязательно пилингуемся, обязательно не расслабляемся. Ну и еще кое-что интересное. One, two, three, four. You tap your feet, you're on the city beat. You're really looking slick, I think your shoes are sick.